Всем привет, дорогие друзья, с вами PopCat, и сегодня это видео записываю я, а не Тимис, так как у него сейчас проблемы с компьютером. Сегодня в КДТ у нас вышло небольшое обновление, и давайте на него посмотрим. Ага, оно не нажимается. Итак, я наконец-таки могу открыть это окно. Нам добавили тут новую BMW и новый Nissan, давайте на них посмотрим. Вот такие характеристики у Nissan. Ну, выглядит он достаточно странно, потому что он с ремоделью, как всегда. Вот такой у него винил. На самом деле, я думаю, что надо все-таки покрасить его. Давайте его как-нибудь вот так вот покрасим. Ну, вроде бы выглядит неплохо, но даже не знаю, как-то скучно. И нам добавили вот такую BMW. Вот ее характеристики. Давайте посмотрим на нее. Ну, кстати, даже с учетом ремодели выглядит она не так плохо, как могло бы быть. Вот такой у нее винил, и он достаточно неплохой. И также нам обновили два винила, давайте на них посмотрим. Первый винил это у нас на вот такой Кёнигсек. Вот такой здесь винил, он достаточно прикольный. Раньше он был просто оранжевый, и были три полоски, проходящие по кузову. А сейчас он достаточно интересный и красивый. И также нам обновили винил на вот такой McLaren. К сожалению, винила у меня нету, но сейчас фотку вы увидите на своем экране. Он тоже достаточно интересный. И последнее, что нам добавили, это новый код. Называется он New Challenge и дает нам 80 тысяч. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, понравилось ли вам новое небольшое обновление. Всем удачи и всем пока.